Здравствуйте, ребята! С вами Надежда Николаевна. Добро пожаловать на канал Баба Надя. И сейчас мы с вами смотрим веселые, красивые картинки про косолапого Мишку, который ножками топ-топ-топ делает, про серенького зайчишку, который любит делать прыг-скок, про кошечку, у которой острые коготочки, да? И про козленочка, у которого на голове рожки. Итак, всех мы назвали. Киску назвали, а мы еще не назвали тех, кто у нас сидит справа. Справа у нас сидит малыш. А возле него кого мы видим? Правильно, птичку. И еще мы видим возле малыша погремушечку. Одну в руке погремушечку держит, да? Ну что, давайте начинаем читать сверху. Косолапый Мишка, топ-топ, серенький зайчишка, прыг-скок. Коготки у кошки, киска, брысь, у козленка рожки, берегись. У козленка крошки, маленькие рожки, затопочет ножками, западаю рожками. Про малыша посмотрим, да? Итак, что мы здесь видим? Птичка, наверное, здесь про нее слова. Крыльями махала, крылышки устали. Где гнездо соловушки? Прямо на головушке. Башмачки и пинетки очень любят детки. А еще слюнявчик, в нем малыш красавчик. Зайчика мы здесь видим. Мы с тобой теперь друзья. Зайчик плюшевый и я. Будем вместе днем играть, а потом в кровати спать. Я мышонок, пи-пи-пи. Кошка-мурка крепче спи. В норку для ночного пира я несу кусочек сыра. Хвостик тоненький у мышки. Ну, а сыр она очень любит, конечно. Вот еще взрослые говорят, что самый дешевый сыр в мышеловке. Поэтому, мышки, будьте осторожны. Продолжается тема сыра. Как-то раз в берлоге Мишка спрятал ломтик сыра. Прибежала ночью мышка, этот сыр стащила. Вот пропажу ищет Мишка. Сыр грызет шалунья мышка. Видите, слова похожие: Мишка и мышка. Только ми мягко, а мы твердо. Малинка. Раз малинка, два малинка. Прямо у окошка. Раз малинка, два малинка. Целое лукошко. Только надо рано встать, чтоб лукошко-то собрать. Какие картинки? Кого мы видим? В болоте бегемота, да? Давайте читаем сначала про бегемота. Старый-старый бегемот очень медленно идет. Топ-топ-топ-топ. Позади него спешат 48 лягушат. Шлеп, 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 шлеп.
бегемот в болото. Бух! А лягушки плюх, плюх, плюх. Вот так вот, какое красивое болото. Это не похоже на болото? Вот видите, поплюхались лягушечки и бухнулся бегемотик. А какой красивый лотос растет. Прям розовый красивый. Увидели кошечку. Серенькая кошечка села на окошечко, хвостиком махает, деток собирает. Так, ну-ка читаем. Тут, что она делает? Мяу-мяу, просит киска. Суп не буду, дай сосиску. Ну, прям про кого-то из нас, да? Про таких врединок, которые капризничают. Ну, дальше. Продолжаем про другого. Кот на лавочке сидит. Мяу, мяу, говорит. Лапкой умывается. Ваня улыбается. Ну-ка, Ваня, в синих штанах, да? А что там у тебя красненькое? Что-то красненькое на ногах. Сапожечки. Или ботиночки, да? А теперь Божья коровка. Обычно, когда она садится на ручку, мы говорим: Божья коровка, полети на небко, там твои детки кушают конфетки. Кто-то говорит: котлетки. Кто там что-то хрумает? Читаем. Хрум, хрум, хрум. Шмяк, шмяк, шмяк. Целый день жует хомяк. И за щеки зерна прячет, хочет все один схомячить. Ну, такое грубоватое слово, видите, схомячить. Значит, получается съесть. Так, мамочки, полностью общую картинку я вам показываю, что здесь развивается общая моторика. Скажем и покажем, да? Итак, давайте про первую картинку, где мы видим ля-ля-ля. На гармошке я играю, маму с папой забавляю. Ля-ля-ля, ля-ля-ля, пляшет вся моя семья. Развиваем звук У. Самолет летит, самолет гудит. Я лечу, 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 полечу, куда хочу. Видите, как хорошо учим ребенка вытягивать губки. Вот такая бесплатная логопедия. Ну, а когда говорит звук ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, можно еще язычок больше высовывать и вроде бы как делать такое упражнение «пеку блины». Вот если я сейчас вытяну язык, что вы услышите, я буду говорить это ля-ля-ля. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Очень плохо получается, но просто так без звука делать можно язычком. Итак, упражнение би-би. Так плохо наводится у меня. Вам плохо видно. Извините, но я сейчас попробую навести, чтобы было лучше видно. Нет, вот так. Би-би. У нас машины разные. Би-би-би-би-би-би. И желтые, и красные. Би-би-би-би-би-би. А чтобы оно было как-то складно, что-то не получается. Сейчас попробую перечитать по-другому. У нас машины разные. Би-би-би. И желтые, и красные. Би-би-би. Вот так лучше. Машины за машинами. Би-би-би. Шуршат машины шинами. Би-би-би. Следующее упражнение – топ-хлоп. Хлопать Ванечка умеет, своих ручек не жалеет. Хлоп-хлоп, хлоп-хлоп, своих ручек не жалеет. Топать Ванечка умеет, своих ножек не жалеет. Топ-топ, топ-топ, своих ножек не жалеет. Ребята,
С вами была Надежда Николаевна. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всего хорошего!